Только папе не говори, сколько стоит. Мама тоже себе какую-нибудь шубу купит потом. Сколько стоит? Ну, там 20 тысяч. Нет, это такая нога. Рано встала. Рано такси приехала, или ты пешочком? Да, такси. Я вообще сегодня приехала на метро. Но там вообще нормально. Да? Как доезжать, да. Просто была в пробке. Но в прошлый раз были пробки, да? В прошлый раз же он не приехал. Я его ждала 15 минут, он не приехал. Я же с этого следующего ждала 6 минут.